Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и это видео я хочу снять для тех ребят, которые пишут мне ВКонтакте, которые пишут мне на почту, которые пишут мне в WhatsApp, в Telegram, в Instagram, в Direct, в общем, пишут везде. Типичный вопрос наших зрителей, моих клиентов и типичная ошибка следующая. Вы пытаетесь постоянно искать ответ на вопрос, как работать с каким-то локальным симптомом. Как быть с комом в горле, как быть с давлением, как быть с экстрасистолами, как быть с тахикардией, с кишечником, с вегетативным напряжением, с состоянием тревоги, с состоянием депрессии. В общем, вы перечисляете огромное количество физиологических аспектов, которые вас беспокоят. Вы перечисляете огромное количество страхов за здоровье, вы перечисляете большое количество эмоциональных состояний, такие как периодическая паника. Делаете большую ошибку, потому что вы считаете, что у вас есть какая-то болезнь и есть ее проявление. И, конечно, вам локально хочется убрать, например, там, напряжение в горле. Или вам локально хочется убрать проблему с кишечником, или вам локально хочется убрать тахикардию, или вам локально хочется убрать экстрасистолы и так далее. Запомните, пожалуйста, одну очень важную вещь. Локально эти психофизиологические симптомы убрать нельзя. Нет ответа, как работать с комом в горле. Нет ответов, как работать со астеническим синдромом. Нет ответа, как работать с ВСД. Или с вегетативной активностью. Есть один общий момент, который вы все должны понять. Нужно работать с причиной эмоционального расстройства, которое вызывает различные феномены в теле и эмоциональном проявлении. Если вы будете пытаться найти лекарство, пытаться найти решение вопросов локально симптоматикой, вы их не найдете. В лучшем случае вы найдете вопрос, касаемый «как не паниковать», потому что паническая атака – это испуг как раз вот этих проявлений. Либо надуманная история про то, что с вами произойдет какой-то феномен, и вы потеряете сознание или умрете. Вот когда вы концентрируетесь на своем самочувствии, когда вы концентрируетесь на страхе за мнимые проблемы с организмом, вы создаете таким образом страх. То есть, по большому счету, концентрируясь на каком-то органе, концентрируясь на каком-то физиологическом аспекте, вы будете на самом деле ощущать все физиологические нюансы. Можно провести эксперимент. Я дам вам какую-то таблетку с совершенно безопасным препаратом. Например, кальций. И скажу вам, что мы тебе дали таблетку, ты ее выпил, эта таблетка будет вызывать у вас, например, какие-то странные физиологические явления, твоя задача записывать все странности, которые ты будешь фиксировать после приема данного препарата. Хотя там был просто кальций. Вы удивитесь, но вы спишете всю книгу, и вы действительно будете чувствовать различные феномены, потому что вы начнете преломлять внимание к определенным аспектам. А поскольку это еще будет вызвано и сопровождаться еще будет тревогой, то вы будете чувствовать покалывание, жжение, тяжесть, у вас действительно поднимется тахикардия, тревоги, вы будете чувствовать сильнее экстрасистолы, вам покажется, что у вас совершенно новое ощущение в различных частях 17 тела. Часов. Соответственно, очень важно, первое, не ищите лекарства от вот этих психофизиологических аспектов. Если у вас обследование общее не находит серьезной органической патологии, это функциональное состояние, вызванное эмоциональным расстройством. Если вы будете концентрироваться на том или ином органе, ища в интернете ответа, что это, вы будете постоянно сосредоточены, например, на сердце или сосредоточены на коме в горле. Как я глотаю, как я дышу, а полный ли у меня вдох, а как я сегодня себя чувствую. Клиенты, которые просыпаются и чувствуют себя плохо, вы уже с утра начинаете сканировать себя, вы уже считаете пульс, вы уже смотрите давление, вы уже постоянно концентрируетесь на своем самочувствии. Именно это вторичное создает еще большую проблему. Сначала у вас проблема возникла по актуализации эмоционального расстройства, а затем вы эту проблему умножили повышенным вниманием к своему организму и повышенным вниманием к феноменам. Так вы создаете замкнутый круг. Что надо делать? И еще раз хочу ответить на вопросы моих зрителей. Что будет происходить с 20 марта?
Я начинаю онлайн-тренинг, который будет состоять из 10 занятий онлайн. Вы можете быть в любой точке мира, вам нужен только интернет и компьютер или ноутбук. Будет 10 занятий по 2,5 часа в понедельник и в четверг в 20:00 по Москве. Если у кого-то нет возможности смотреть онлайн, у вас будет возможность приобрести копию, если вы выберете вторую опцию с копией. Вам будет выслана копия, и вы просмотрите все уроки или каждый урок друг за другом. Это очень важно. Поэтому, чем мы будем заниматься на этом тренинге? За 10 занятий, за 22 часа я вас буду обучать инструментам, как работать с эмоциональным расстройством, с неврозом, с тревогой, с тревожно-фобическими неврозами. Мы поговорим, большей части мы будем заниматься когнитивно-поведенческой терапией, работой с мировоззрением, работой с убеждениями, работой с дневниками, работой с таблицей, работой с диспутированием, оттачивать навык рационального мышления по методу Альберта Эллиса и Аарона Бека. Я покажу все аспекты, все техники, все правила. Исправим кучу ошибок, потому что 10 занятий – это достаточно прилично. Теперь по форматам. Поэтому, когда вы пишете, что делать, единственное, что я могу сказать, это заниматься с психотерапевтом. Либо очно, либо по скайпу. Но я вам предоставляю замечательную возможность моим подписчикам, моим зрителям пройти этот тренинг, и вы научитесь как минимум, как правильно заниматься когнитивной терапией. Моя задача вас научить, чтобы вы это уже преломляли. Также мы будем рассматривать тему внутренних конфликтов. Что это такое, как это выглядит, как выглядят разные виды неврозов, как работать с истерией, с неврастенией, с ОКР, с навязчивыми мыслями, с депрессией. И все это будет преломлено в формате когнитивно-поведенческой терапии. По большому счету, это программа обучения. На ней будут присутствовать, кстати говоря, и психологи, на ней будут присутствовать блогеры, на ней будут присутствовать обычные зрители, клиенты, мои клиенты, которые хотят исправить какие-то ошибки, и у них нет возможности попасть ко мне на скайп-консультацию, или им хочется просто еще раз обучиться этому, потому что это будет очень полезно и интересно. Детально, 10 вебинаров подряд, 5 недель это займет, 5 недель, 2 раза в неделю. Теперь по поводу опций. Первая опция стоит 4950 рублей за весь курс. Согласитесь, это достаточно доступные деньги, потому что одна моя часовая консультация стоит 3,5. Тут вы получаете все 10 уроков за 4950. Есть вторая опция. Это участие, как я уже сказал выше. Плюс вы получаете все архивы материалов. Стрессоустойчивость, самооценка, исправление ошибок, депрессия, внутренние конфликты. Тот самый пакет, который долгое время радовал моих зрителей, если у вас его нету. Плюс вы получаете к этому пакету копии, если вы из другого часового пояса или вы боитесь, что вы не успеете. Такой пакет с копией, с архивом и с участием стоит 7700. Это тоже достаточно доступно, если разделить на 22,5 часа обучения. И есть третий пакет. Здесь есть некоторые изменения. Поэтому, ребята, кто приобрел VIP-пакет, послушайте, у меня для вас есть подарок еще один. VIP-пакет входит участие, входит архив вебинаров, входит копия и входит 2 занятия по скайпу, как вы помните, по часу. То есть, покупая этот архив, вы уже оплачиваете 2 занятия плюс полностью участие и погружение в тренинги. И мы отработаем на персоналках все ошибки какие-то в индивидуальном закрытом формате. Но я еще добавил к VIP-пакету закрытый чат в WhatsApp, где вы сможете задавать мне вопросы между занятиями. Это закрытый чат в WhatsApp. Выглядеть он будет очень просто. Это будет обычный чат в WhatsApp, где я создам группу. Группа будет называться «Тренинг VIP-участники». Там будет примерно 8-10 человек. И вы сможете друг с другом взаимодействовать. Вы сможете взаимодействовать, прежде всего, со мной. И читать мои ответы в аудио, скорее всего, в формате, потому что писать я не смогу всем, я буду, скорее всего, надиктовывать вам аудиосообщение. Поэтому на VIP-место есть еще 4 человека, стоит это 15 тысяч, это участие, это архив, это копии, это 2 персоналки по скайпу и вот этот доступ к VIP-чату. Если вы хотите максимально сэкономить, просто проявите ответственность, платите 4950 стартовое базовое участие, и я расскажу вам все на занятиях. Если вы хотите пересматривать, то это с копии второй пакет.
На сайте Красиков онлайн РФ открыта регистрация и оплата. Пожалуйста, я все буду для вас делать за эти 5 недель. И даже если вы после этих 5 недель освоите все, у вас останутся небольшие вопросы, на которые потребуется не так много времени со мной или с моими коллегами, потому что в большей степени время тратится на обучение когнитивной терапии, а уже дальше отработка ошибок. Поэтому вы сэкономите примерно 6-7 занятий, потому что курс молодого бойца, так называемый, чтобы обучить вас системе мышления, искажений, рационального ответа, диспута и так далее, занимает почти 10 занятий в когнитивной терапии. Я вам это дарю достаточно доступно. Моя задача вас обучить, мне же будет проще, понимаете, с вами потом заниматься по скайпу, или вам будет проще заниматься с другими консультантами. Вы уже знаете технологию, вы уже диспутируете, вам уже станет легче. Как только вы начнете менять свои эмоциональные реакции, у вас уже успокоится вегетатика, вы уже перестанете суетиться и распыляться на какие-то сторонние вещи, которые не приносят вам результата. Поэтому жду вас с 20 марта. Пожалуйста, бронируйте места заранее. Все рассказал. Подробности на сайте Красиков онлайн РФ. Я вас буду ждать. Ну а с моими клиентами мы увидимся в скайпе. По поводу как записаться на сайте Без Невроза ТВ есть отдельный сайт для записи. Пожалуйста, пишите. Расписание плотное, но надо будет подождать. Если вы хотите заниматься со мной по скайпу, все равно я рекомендую вам посещать эти тренинги, потому что это будет еще более эффективней. Вы посещаете тренинг и занимаетесь один раз со мной в неделю по скайпу. Это самая оптимальная форма работы. Но начните с тренинга, потому что, возможно, после тренинга вам уже будет и не нужно заниматься со мной по скайпу. Если и нужно будет, то раз в месяц просто для, скажем так, поддержания каких-то вопросов, которые вам нужны. Мы рассмотрим на этом тренинге еще тему отношений с мужем, с женой, с семьей, все те аспекты внутренних конфликтов, которые могут и вызвали у вас эмоциональную реакцию, отношение к себе, социумам и так далее. Ну а 15 марта будет вебинар «Как найти себя и свое предназначение». Он будет очень сложный, он будет очень специфичный, жесткий и прямолинейный. И если ты хочешь найти себя и понять, какие ошибки делать не надо, чтобы достичь успеха, как не лениться, как не депрессировать, как найти свое дело, как найти своего человека. Приходи 15 марта, тоже онлайн, на сайте Красиков.дефис.вебинар.рф. Уже открыта регистрация, это буквально будет в среду 15 марта. Пожалуйста, я вас жду на тренинге, на персоналках. У вас все получится. Увидимся.